Санкции, да, если мы говорим о каких-то санкциях, нам накладывают какие-то санкции, а мы стремимся к ним прям вот под евро. Зачем? Зачем? Все. Надо уже пора понять, что эти люди настроены против нас. Украина вам показывает, да, это плацдарм, она показывает, что эти люди наши противники. Ну, отвернитесь от них и делайте свое дело. Зачем туда стремиться? Зачем прогибаться-то?